Потомки Олега Янковского талантливы, как на подбор. Сегодня весь интернет обсуждает прорыв внука знаменитого советского артиста Ивана, унаследовавшего не только эффектную внешность деда, но и его неоспоримый талант. Дочь Оксаны Фандера и Филиппа Янковского пока живет в тени брата, но уже делает первый, но уверенные шаги в кинематографе. Елизавета является обладательницей яркой и самобытной красоты, которая не оставляет девушку незамеченной. Вау, какая красивая! Как нам не хватает таких актрис, не похожих на оштампованных кукол, самобытных, породистая и утонченная в семье Янковского-старшего. Один талантливее другого. Какая красивая и талантливая семья, вызываете восторг. Невозможно отвести взгляд, пишут под снимками Елизаветы Янковской. А что скажете вы?